Друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре проект, который называется Gigsy. Проблемы, которые существуют на рынке. Это молодость рынка. Это проблема в том, что социальная блокчейн-индустрия еще недостаточно развита. Вокруг нее ходят множество слухов. Людям свойственно ограждать себя от всего нового. Тонкость рынка. Это означает, что вход в криптовалюту, как и ее выход, затруднен ввиду небольшой денежной массы. Технологическая молодость. Это все технические проблемы блокчейна. И скорость транзакций, и масштабируемость, и консенсус. Решаются такие проблемы частично за счет технической награды проекта. Какие-то вообще в принципе никак не решаются. Мы объединили все проблемы в общие направления. Сейчас достаточно понять, что в направлении роста пользовательского спроса криптовалют нужно уделить внимание этим трем моментам. Социальной части, финансовой, а также технологической. Решение, которое предоставляет платформа Gigsy. Gigsy – это финансовая система, основанная на технологии блокчейн. Она обеспечивает те же пользовательские процессы, что и обычный банк. Только в качестве средств расчета выступают криптовалюты. Сегодня система уже начала функционировать, вы сами можете ее попробовать и получить множество преимуществ, которые пригодятся вам в будущем. Например, это токены. Акцент платформы сделан на безопасном хранении, чтобы пользователь не искал другие места, где он может хранить криптовалюты. С этой целью Gigsy заключила партнерство с компанией AirTech, известной на рынке как безусловный гарант финансовых систем. Такая безопасность, в частности, достигается с помощью идентификации пользователя по сетчатке глаза. Следующим ноу-хау проекта является подкрепление монет платформы драгоценными металлами – платиной GZP, золотом GZG и серебром GZS – 1 грамм – 1 монета Gigsy. Соответственно, основными монетами на платформе будут монеты трех видов соответствующих металлов. В любое время можно будет обменять монеты на кусок драгоценного металла, приехать и забрать его или заказать по почте. Инфраструктура Gigsy имеет три элемента. Первый – это кошелек, для регистрации которого нужен специальный прибор, сканирующий сетчатку глаза. Второй момент – это обмен, для регистрации которого биржа предоставляет собой трейдинговый инструментарий, современный со средствами бумажного хранения. Система может встраиваться в интерфейс других организаций по API, например, банков, решивших подружиться с блокчейном. Казначейство – это комплекс организаций, обеспечивающих хранение ценных металлов. По сути, Gigsy дополняет технологию блокчейн инструментами, которыми пользуются банки. В проекте уже принимает участие команда из Австралии, которая представляет драгоценные металлы для Нью-Йоркской, Лондонской, Дубайской, Шанхайской и других товарных бирж, что является, несомненно, невероятным показателем. Подводя итог, хотелось бы сказать следующее. На проект Gigsy стоит обратить внимание, поскольку, во-первых, это обеспечение криптовалют реальными активами в виде ценных металлов. Эта идея давно витала в воздухе, и только сейчас она начинает по-настоящему реализовываться. Во-вторых, это партнерство с австралийским монетным двором, предоставляющим металлы для крупнейших фондовых бирж мира. Краудсейл уже начался, и данный проект уже начал успешно собирать средства. Как минимум, только поэтому стоит на него обратить в данный момент внимание. Друзья, на этом у меня все. Это был краткий обзор проекта Gigsy. Все необходимые ссылки я оставлю в описании. Всем пока!